Привет, мои хорошие, с вами Белькова Алла. Обзор по ссылке. Заказала оптом с оптовой базы и семена. Вот, и разные штуки для своего питомника. Питомник у меня находится, питомник растений, поселок Ильино, Нижегородская область, Володарский район. Вот сколько семян. Смотри, петуния, так, софистика. Так. Шарообразная форма, темная такая, странно, что она одна или она не одна. Так, вот, петунья махровая, пируэт, пурпурная. Сейчас я еще все буду сажать. Ну и вот эти вот семена буду продавать. Я на рынок езжу уже, начну сейчас ездить. Уже, надеюсь, не холодно. Бархатцы прямо стоячие, Килиманджаро. Глоксиния императрица, розовая биколор. У меня глоксиния тоже заказывает. Вот буду из семян растить и семенами продавать. Циния синьорита розовая. Так хотела вот такую розовую цинию. Вот видишь, они по 10 штук идут. Бегония моя мечта. Еще ни разу я не выращивала такой цветочек. Бегония я посадила в этом году. Покупала семена. Они, считай, ну, не взошли у меня. Огурец корнишон батяне F1. Так, это огурец засолочный, идеален для засолки. Вот огурец Герман, самый популярный и вообще лучше всего вырастает огурец Герман. Петунья крупноцветковая, сеня F1. Вот такие люблю, с такими прожилками. Вот, и дальше вот еще вот это все было в коробке. Огурец конкурент, тоже один из самых среднеспелый, 45-50 дней. Вот, а Герман огурец тоже. Ой, как мелко, ничего не вижу. Тоже 40-45 дней. Ну, он получше. Так, а это кто у меня? Так, не видно. Огурец корнишон бедриетта. F1. Тоже урожайный, раннеспелый, пчелоопыляемый гибрид. Предназначен для выращивания в открытом грунте. Так, а это что у меня тут? Как запаковали. Запаковали. Что вообще никак. Огурец зазуля. Супер ранний. F1. Вот такие семена. И вот на 2400 рублей. Магазин-склад. Вот буду сама вас сажать. Еще вот такие пакетики. Пакеты для рассады заказала. Они 1 литр объемом. Сейчас мы с вами... попробую вскрыть одной рукой. Вот, я вообще заказывала, думала, другие будут. И мне надо, наверное, 0,5 литров для пикировки томатов. Соответственно, еще буду заказывать. А пришли, видишь, что литровые. Или они, может быть, литра обходят в них. Обходят в них поменьше. Да, вот они тут, смотри, закреплены этим. Сколько тут штук-то? 1 литр, 10 штук. О, 10 штук всего. Что-то как-то я мало. И еще заказала тоже в коробке где-то P9 горшочки должны быть. P9. P9. Так, вот эти надо вот тут вот откреплять. Вот мои покупки на сегодня. И еще удобрение акварин заказала для гортензии, для клубники, горчицу сидораты, сидорат горчицу себе и на продажу тоже. И заказала грунт еще, как не открепляю, грунт еще заказала терравиту, большой мешок. Ну вот мало, конечно, 10 штук тут. Вот такие мои покупки. Все. С вами была Белькова Алла. Подписывайтесь на мой канал. Пишите, какие еще у вас популярны вообще семена. Потому что мне интересно, что еще купить и вырастить для того, чтобы люди покупали, как считаете. Буду рада вашим комментариям. Все, пока-пока, до встречи на моем канале.